Добрый вечер, друзья. Меня зовут Юрий Курносов. Я представляю проект «Русская аналитическая школа». Цель проекта – консолидация экспертно-аналитического сообщества России, укрепление интеллектуального потенциала нашей страны. Ну, не секрет, что без интеллекта все остальные потенциалы и ресурсы просто не работают. У меня такое впечатление, что если все деньги мира закачать в Россию, все равно здесь ничего не изменится к лучшему, пока не будет задействован именно интеллектуальный ресурс. Поэтому мы изобрели такой своеобразный автомат Калашникова в области сущностно-смысловой обработки информации. Вот. Ну а все вокруг ходят с рогатками. Ходите дальше. Значит, мы занимаемся интеллектуальными технологиями. В рамках нашего проекта изданы 4 книги. Они здесь вот некоторые представлены. Вот, в частности, аналитика как интеллектуальное оружие, азбука аналитики для начинающих и алгебра аналитики. Мы ищем единомышленников, которые могут стать соратниками. Вот. Ну, конечно, еще и инвесторов. Идея проекта вот, формировалась не скоро. Мы работаем над этим проектом около 15 лет. Вот, изданы, я сказал, 4 книги, вот, с ними можно впервые ознакомиться и взять контакты. Вот, там есть все теоретические вопросы, вся теория вопросов, вот, нужна IT-поддержка, рекламная, информационная поддержка нашему проекту. Вот, мы базируемся на площадке агентства стратегических инициатив. Вот, спасибо за внимание.